2019 год – юбилейный для городского округа. Осенью химчане будут праздновать 80-летие муниципалитета. С чего все начиналось, какие места прославляли поэты, какая роль выпала химкам в военные годы. Краеведческое сообщество совместно с администрацией городского округа готовит альманах к юбилею химок. Два больших раздела. То есть часть материалов – это воспоминания старожилов. Часть воспоминаний – это скрупулезные, архивные, документальные и так далее, исследования. У нас первый раздел – это знаковые и заповедные места нашего края. Это то, что касается территории. Значит, первый основополагающий у нас Царское шоссе, вот станции Химки, с чего все началось и почему вообще Химки тут образовались. Краеведы подготовили фотографии, информационные материалы и карты. Архив передали в типографию. Печатать подарочные издания будут в Химках. В июле обещают сдать готовый вариант альманаха.